Добро пожаловать на мой канал. Если вы не заметили, как называется это видео, и оно называется «Мой завтрак». Как я готовлю утром свой завтрак, который обогащен и плюс очень вкусный. Если вы хотите посмотреть больше рецептов, которые присутствуют на моем канале, то зайдите вот по этой ссылке и посмотрите другие рецепты, которые я готовила. И приступим! Если вы активный и человек, который постоянно находится в движении и не особо хочет много тратиться на то, чтобы приготовить, вам этот завтрак просто будет фаворитом. Итак, даю вам последнюю возможность посмотреть аутфит сосиски. Одета в пищевую пленку и также предоставлена надпись. Порезав сосиску, переходим к куриным яйцам. Куриное яйцо, только что из-под курицы. Взбиваем. Немного добавляем молока. Перчим. Соль. Все это ставим в микроволновку. Мой завтрак готов. И я еще решила выпить молока. Сейчас налью молока. И хочу я вам показать, с чем я буду пить молоко. Значит, у меня есть вот такая трубочка. Она с ванильным вкусом. И также со вкусом банана. Вы просто опускаете эту трубочку в молоко. Так эта трубочка выглядит. Не надо ее разворачивать. Вы просто берете и опускаете. И пьете. Кстати, я еще хочу добавить к своему завтраку помидорчики. Итак, мой быстрый завтрак готов. Всем приятного аппетита. И не забудьте зайти вот по этой ссылке. Там вы можете посмотреть другие мои кулинарные рецепты приготовления блюд.